Родина маньчжурского ореха – Дальний Восток. В естественных условиях дерево живет 200 лет и вырастает до 30 метров в высоту. На Урале орех тоже чувствует себя прекрасно. Дает плоды, то есть у него плоды созревают ежегодно. Нынче, несмотря на такое неблагоприятное лето, урожай орехов очень большой. Орех самый настоящий, то есть тоже зеленая вот эта скорлупа, внутри ядро, оно съедобно. Ядра у маньчжурского ореха совсем небольшие, поэтому в пищу они практически не идут. Дерево больше используется как декоративный элемент украшения сада. У растения очень красивые крупные листья, которые образуют плотную крону, дают хорошую тень и отпугивают насекомых. По большому счету, это растение, которое не очень требовательно к условиям выращивания. То есть, фактически, это дикое растение, оно не окультурено. Конечно, нужно солнечное место какое-то, то есть, как все растения, нужно хорошо освещенная, ну и богатая почва. Можно вырастить из ореха буквально. Осенью созреют орехи, можно посадить орех самому. Можно вырастить орехи из саженца, они есть в пермских питомниках. Высаживают деревце осенью в середине сентября. Тогда растение успеет укорениться и хорошо перезимует.